Здравствуйте, с вами Пресс-новости и наш генеральный партнер салон «Идея декора». Таможенный союз Белоруссии, России и Казахстана – важная веха на пути к евразийскому экономическому пространству, которое по задумке российского президента должно стать восточным противовесом Евросоюза. Однако на днях таможенный союз начал постепенно разваливаться, поскольку там, где товары должны беспошлинно перемещаться из одного государства в другое, был вновь введен контроль, пишет Дея Пресса. Белорусская сторона начала проверку грузовиков, прибывающих из России, в результате чего на границе образовались многокилометровые очереди. Незадолго до этого российские таможенники начали досматривать транспорт, следующий из Белоруссии, сообщает издание. Причина возникшего недоверия между двумя государствами заключается в том, что Минск попытался обойти российский запрет на поставки европейской аграрной и молочной продукции и заработать на этом, поясняет газета. Для этого белорусские бизнесмены усердно закупали продукцию в ЕС, делали новые документы и реэкспортировали в Россию. За один только сентябрь импорт молочной продукции из стран ЕС в Белоруссию, по белорусским данным, вырос в 117 раз. По сравнению с прошлым годом, говорится в материале. Между тем, идея воспользоваться географическим положением страны ради доставки западных товаров в Россию окольным путем принадлежит не белорусским предпринимателям, а лично президенту Александру Лукашенко, утверждает автор. Последний неоднократно демонстрировал умение пользоваться им на практике, в том числе при транзите нефти и газа. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что Минск провел все необходимые мероприятия для организации заседания в Минске контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Дата заседания зависит исключительно от решения сторон, принимающих участие в переговорах. С белорусской стороны подготовительные мероприятия уже проведены, приводит ТАСС слова главы МИД Белоруссии. Вице-спикер Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пуширин заявил, что ополченцы начали отвод тяжелых вооружений. Ополчение начало отвод артиллерийских частей калибра свыше 100 мм на юге республики, приводит Интерфакс слова господина Пуширина. Ранее власти ДНР сообщили, что объявленный в Донбассе режим прекращения огня в целом соблюдается. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая сегодня в парламенте с презентацией программы правительства, заявил, что 15 декабря встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Подробности предстоящих переговоров он не уточнил, передает Коммерсант. Скотланд-Ярд купили арабы. На его месте будут построены апартаменты класса люкс. Наступление арабских капиталов в центре Лондона продолжается. Из-за проблем с бюджетом продан дом Бобби, сообщает Ла Република. Уже куплены магазины Харадс, самый большой небоскреб города Шард, стадион Арсенал и очень много других объектов. Теперь арабы покупают еще одну икону Лондона – штаб-квартиру полиции Скотланд-Ярд. Знаменитое здание было выставлено на продажу в сентябре за 250 миллионов фунтов стерлингов, но в конце концов было продано за 370 миллионов фунтов, говорится в статье. Известно всем, здание будет разрушено до основания, и на его месте будет построен жилой и торговый комплекс. В специальном коммюнике полиция сообщила, что вынуждена продать здание из-за сокращения государственных расходов на ее содержание. Что ж, арабам остается купить Биг Бен. Кое-кто предлагает продать его вместе с находящимся рядом парламентом или Букингемским дворец, грустно заключает автор статьи. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня. Вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи. Лес – одно из национальных богатств Австрии. Опираясь на природное изобилие, компания «Шохер», основанная в городе Меттерсдорф, на сегодняшний день стала одним из ведущих поставщиков паркета высшего европейского качества. Компания «Шойхер» нацелена на людей активных, творческих, которые предъявляют особые требования к своему интерьеру и ищут новые, нестандартные варианты паркетных полов.